Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства. Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора президент Франции выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим на армяно-азербайджанской границе. Глава азербайджанского государства довел до внимания президента Франции, что ответственность за эти широкомасштабные провокации ложится непосредственно на военно-политическое руководство Армении, и азербайджанская сторона принимает ответные меры. Кроме того, в ходе телефонного разговора была подчеркнута важность обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе, продолжение мирной повестки дня. Коснувшись того, что вопрос напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном будет вынесен на повестку дня Совета Безопасности ООН по инициативе Франции, президент Азербайджана еще раз довел до внимания важность проведения в этой плоскости дискуссий на объективной основе. Подпишитесь на наш канал Budranews и будьте в курсе всех событий.